Эта команда сильна даже по меркам футбольной национальной лиги, а во втором дивизионе у «Газовика» и вовсе грозная репутация. «КамАЗу» встреч с клубом из Оренбурга в рамках предстоящего первенства тоже не избежать. Вот и решили проверить свои силы и те, и другие. Подробности товарищеского матча подопечных Владимира Кланцака и прежнего наставника челнинцев Роберта Евдокимова в следующем сюжете. Какая боль! Какая боль! В первом тайме отличились два лидера с опытом выступлений ФНЛ Лукьянов и Гараев. Третий мяч на свой счет записал новобранец КамАЗа Чушьялов. 3-0 в пользу хозяев. Молодые игроки цеплялись за мяч, протаскивали его в штрафную соперника, навешивали или били издалека. В этом матче все получалось. Наверное, мы забили все моменты. Может, еще полумоменты были. Сыграли организованно. Еще раз повторюсь, это радует. Радует, что выпустили всех, и все порадовали. Ну, конечно, по уровню мастерства «Газовик» повыше. Второй тайм начался с пенальти ворота КамАЗа. Однако голкипер Егор Лунев был надежен. Чего не скажешь о его коллеге из «Газовика». На 60-й минуте форвард хозяев Лукьянов оформил дубль. Еще через 6 минут возможность довести счет до откровенно разгромного получил защитник Жутанов. Аргентина и Майка. Просто наше желание победить в этой игре было большое. Вот хотели доказать. Молодые ребята все горят желанием победить. Вот получилось. И моменты сегодня шли. Получилось все реализовать. На поле у «Газовика» также были футболисты, которые сейчас на просмотре. Многие молодые, с небольшим опытом. Но ответственности это с них не снимает, заявил возглавлявший менее года назад КамАЗ, а ныне наставник гостей Роберт Евдокимов. Ближе к концу второго тайма он выпустил на поле 4 игроков из основного состава. Но эти замены на итоговый счет не повлияли. Замены должны были быть раньше, но в связи с тем, что 5-0, естественно, еще там попозже даже выпустили там на 10 минут, потому что не имело смысла уже там что-то делать. Потому что если бы хотя бы 0-3, да, еще есть шанс какой-то там забить гол, там что-то там, да. А так уже нет, доигрывали. А КамАЗ поздравляю с хорошей игрой, во-первых, с очень хорошей игрой, ну и с победой. У «Газовика» в запасе еще один товарищеский матч с «Нефтехимиком». А вот у КамАЗа дружеских встреч до начала сезона уже не будет. По предварительному календарю первую игру первенства челнинцы проведут на выезде. 21 июля в Йошкар-Оле они сыграют с местным «Спартаком». Егор Орлов, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.